Батареи в домах сургутян начали стремительно остывать. В городе завершился отопительный сезон. Примечательно, что котельные остановили свою работу позже обычного срока. И все из-за холодной весны. Летом в них проведут ремонт котлов, заменят оборудование, а также промоют трубы к следующему отопительному сезону, который начнется, когда температура неделю будет ниже 8 градусов тепла. В связи с окончанием отопительного сезона данная котельная номер 14 подлежит сегодня останову. Будет произведен розжиг котельной номер 13. В течение сегодняшнего дня поэтапно снимали нагрузку на отопление.